Александр Лукашенко приветствует прямые инвестиции китайских компаний в проекты в Беларуси. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем правления корпорации Citigroup Чан Чжэньмином. Топ-менеджеры этого концерна, частые гости в Беларуси, держат руку на пульсе совместных проектов. Китайский концерн, который входит в 500 крупнейших компаний мира, построил в нашей стране под ключ 3 цементных завода, а в прошлом году возвели предприятия по выпуску легковых автомобилей. Специалисты из Поднебесной также участвуют и в модернизации Оршанского льнокомбината. Занимаются строительством делового квартала в Минске. Бизнесмены из КНР рассматривают Беларусь как удобную площадку для продвижения своей деятельности в Европе. Накануне под Минском дан старт масштабному строительству высокотехнологичного агропромышленного производства. Citigroup выступает в качестве генподрядчика и акционера. За 3 года здесь возведут современные предприятия, которые будут снабжать сферу животноводства незаменимыми аминокислотами, а также будут возможность получать высокоэффективные корма. Планируется создать более 1000 рабочих мест. Это станет и базой для развития биотехнологического производства и подготовки специалистов в этой области. Продукция будет использоваться как для собственных нужд в стране, так и поставляться на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая. Планируется, что на экспорт будет уходить около половины всей выпускаемой продукции.